Я вас любил так искренно, так нежно. Когда меня спрашивают, защитил ли я диссертацию, я какой-то момент смущаюсь, а потом говорю, вообще-то у нас Татьяна уже защитилась 2 года назад. Я с гордостью об этом говорю. Моя любимая тема физики – это музыкальная акустика. И я мечтал ей заниматься, но так сложилась судьба, что стал заниматься биофизикой. Любимой быть другим.